Если я так не...
Святослав Валентин. Святослав в 97-му году рождения, после занимается 4 года под руководством тренеров Леонова и Жданова. Святослав провел 61 бой в 50 боях, одержал победу, является победителем всероссийского турнира на призы Хромова в своей весовой категории. В синий угол ринга представитель сборной команды Российской Федерации Святослав Варанкин. Третий раунд. Будет очень.